В шахматном павильоне города Махачкалы прошел турнир по русским шашкам. Турнир проведен в рамках празднования Дня Конституции России с целью развития культуры интеллектуальных спортивных состязаний. По словам организаторов, турнир поможет укрепить дружбу между жителями столицы и обрести новых друзей. Как отметил председатель городского комитета по спорту Марат Ибрагимов, подобные игры будут проводиться регулярно. Сегодня мы проводим открытый чемпионат города по шашкам. Мероприятие очень важное. На следующий календарный год мы запланировали уже гораздо больше мероприятий по сравнению с этим годом. Около 6-7 мероприятий будет календарных. Это и внутренние чемпионаты города, и открытые чемпионаты, и первенство города, где будут привлечены другие муниципалитеты республики.